На 18-м дне жизни Лейсан перенесла нейроинфекцию. В результате впала в кому. Врачи расценивали состояние как крайне тяжелое. Но она очнулась, и теперь ей требуется ваша помощь, дорогие друзья. Давайте посмотрим сюжет. Вредничай, ты же хорошая девочка. Каждый сеанс микротоковой терапии двухлетней Лейсан Валиевой дается тяжело. Но это единственная возможность для малышки научиться видеть, сидеть и ходить. Так произошло, что на третьей неделе от рождения малышка подхватила гнойную нейроинфекцию, которая фатально отразилась на ее здоровье. Продолжительное время лежала в коме. После болезни обнаружилось, что у нее атрофия зрительных нервов частичная. Она плохо держит голову, не переворачивается, не сидит. Не ходит, а также, ну, и не видит, конечно. У девочки сейчас серьезная задержка психомоторного развития и речи. Поражена центральная нервная система. Но родители не теряют веры в то, что им удастся справиться с бедой. Не исключен вариант, что она начнет ходить у нас, начнет самостоятельно двигаться. Также не исключен вариант, что она начнет видеть. Операция на глазах, проведенная в Уфе, не дала результата. Но мама и папа продолжают делать все возможное, чтобы спасти малышку. Недавно обратились в реабилитационный центр. После первого же курса восстановления у девочки начались изменения. К сожалению, у ребенка очень тяжелое состояние, которое требует усилий со стороны и родителей, и нас. Она получала массаж, ЛФК, курсы микротоковой терапии. Положительную динамику в состоянии Лейсан родители уже заметили. Сама начала кушать, держит бутылочку. Уже получше намного стало. И в дальнейшем хотим продолжить лечение. Гульшат Валиева круглые сутки не отходит от маленькой Лейсан. Единственный кормилец в семье – муж. Поэтому денег на следующий курс реабилитации стоимостью 60 тысяч рублей в семье нет. Ко всем, кого тронула история Лейсан, обращаются представители благотворительного фонда «Настоящий волшебник» и их спонсор – учебный центр «Эскадра». Чтобы помочь ребенку, отправьте смс на номер 3434. В начале сообщения укажите слово «Феникс» и через пробел «Сумму». Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет. Евгения Малышко, ОТВ. Учебный центр компании «Эскадра» и студия красоты «Лейклуб Мейкап Студио» созданы для предоставления услуг качественного образования. Мы подготовили программы повышения квалификации и подготовки кадров по самым разным востребованным профессиям и направлениям деятельности. Наши ученики не только повышают свой профессиональный уровень знаний, но и расширяют свои возможности по другим видам профессий, такие как в нашей студии красоты «Лейклуб Мейкап Студио» можно получить образование «Стилист визажист». Кроме этого, коллектив учебного центра «Эскадра» студии красоты «Лейклуб Мейкап Студио» активно принимает участие в благотворительности. Помогает подопечным благотворительного фонда «Настоящий волшебник» детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями.